Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешачок, русский коллекционер. Ничем не радует, но попробуем. Вот такой у нас аккаунт моего подписчика Олега с ником Терминатор. Жесткий парень. Так, находится он в гильдии Бесстыжие. Босс 21.00, пропуск БК-кик. А прием через ВК, айдишка на экране, кидайте заявочки, вступайте. Так, окей, поехали. Посмотрим. Бездонатный аккаунт. Так, что-то он тут уже пытался нарулить. 56-87. Бигфут, заклинательница, космо, Рину, стрелок, командора. Ледяха. Ой, это тут куча Махатма, Бугич. Неплохо, неплохо. Так, поехали посмотрим. Интересно, что по подземкам. Три семерки. Все, значит, будет удачный роллинг. 100%. Странно, вот это топчик. Ну, как вариант, но я бы лучше рунами сделал. Баст отлично, нету таланта. Так, Анубис. Афинка топчик. Ну, неплохой аккаунт, как для бездона. Ронин. Рон. Отлично. Та-та-та-та. Так, осколки. Некоторые герои у него уже осколками есть. Мне интересно. 35 осколков Волхника. Неплохо. Ну что, поехали. Да прибудет ниндзя и укротитель, ведьма. Я у себя ролил, в принципе, относительно. Слизни неплохо падают. Ну это вы понимаете, что рандом. Так, а у нас на складе мест не хватает. Хранитель. Да ладно. Что, нечего преобразовать даже? Что у него там на складе творится? Блин, жесть полная. Значит, будем ролить по 150 на витинбу. Все равно надо повышать вместительность. Никуда от этого не денешься. Гаргул. Ну, такое. Ууу, череп есть. Отлично. Отличненько. Ну что, поздравляю. Череп. Череп. Странно, на такой силе черепа не было. Ну давай, рандомчик. Иди Лео. Паладин. Ну это просто офигенная имба. Да уж. Асурик. Ворожей. У него ворожей уже есть. А вот Асурика. Блин. Поздравляю с Асурой. Тут, конечно, блин, столько героев можно выбить. Как обычно, поехали в рейд. Поехали в рейд. Кому-кому, а Фрей реально все пофиг. Ну, практически.
Так, отлично. Два героя недостающих у нас уже есть. Крутитель. Сердцеедка. Тыква Дракос. Ну что это такое, малыш Ник? Опять паладин. Ну, просто ужасно. Такс, ну поехали. Интересно, слизней собрали мы или нет? Как думаете? Я что-то даже не смотрел. Опять Дед Мороз. Да где этот уже космо лазит, ну? Опять череп. Ну хоть сэкономили, сердцеедка. Просто 6, ребят. 10-15. Офигеть. Вот скажите, вот где эта справедливость какая-то? Побашка, конечно, круто дает жару. Походу поломали мы админ панельку. Бугимен, отлично. Три шестерки осталось. Осталось три шестерки. Ну, при таком количестве недостающих героев, все равно я вам скажу, блин, падает. Хотелось бы намного лучше. Ну, оно всегда так хочется. Бог Грома. Князь Тыква. Студеный. Ну, рандомчик. Давай. Не хочет. Влад Дракула. Ну, Бигфут, отлично. Вот это оно еще студеный. 14-15. Сейчас попробуем зайти. Если зайдем, то добьем. Да, ребятушки, да-да. У нас интересного есть. Так, окей. Опа. Админ панельку включаем. Ничего себе музончик. Рубит музон. С Бравл Старс. Не выключил звук. Блин, конечно, ребят такие. Пароли. Ну нафиг.
Отличненько. У вас, как обычно, лукасики. Ой. Вот зачем 9 числа устраивать эту коллекционер? Мне тут спокойно мне отдохнуть. Интересно, повезет, не повезет. Блин, ну конечно скидки сегодня неплохие на русском сервере, честно говоря. Мне нравится. Так, отлично. Нормально сейчас, кстати, плюх даст. Так, ну что, поздравляю, стрелок тоже у тебя уже есть. Поехали, попробуем. На удачу по 100... Хотел сказать, по 150. Раз, два... Три, душегуб. Ну, есть, ребят. Прям просто жесть. Ну, немножко испортили аккаунт. Ну, то такое. То такое. Так, забрали плюхи. Что тут у нас? Опять вместимости не хватает. О, поехали, пооткрываем имба героев. Бугимен, отлично. Первый. Второй. Третий. Стрелок. Четвертый. Череп. Пятый. Так, отлично. Ну, конечно, к сожалению, это мы не вытащили землеройку, но... Это такое. А, такс. Тратится выгодой. Тут карты остались. Так, смотрим, что у него в итоге получилось с аккаунтом. Махатмы так и не вытащили. Инка, Зимдоройка, Медузка, Хинти. Ара нету тоже, ничего себе. Рина, Космос, Заклинательница. Ну, зато остальные уже есть. Вот такой вот, ребятушки, роллинг. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.